Всем здрасте. Год високосный. 29 февраля на дворе. Подмосковные лесочки. Даже снег немного есть. Уже на зиму. Здесь снег, на самом деле, где сыро было, там снег есть. Где сухо, снега нет. Идем исследовать дороги старые. В общем-то, как всегда. Ну и первые сигнальчики. Обкажу. Оп. Фольга? Так, у Люб фольга, у меня рядом. Ну, короче, вот такая вот. 61-го годика. В общем, достаточно комфортно, но прохладно. Минус 2 ехали было на градуснике. Да, вот отсюда. Дорога там, метров 250 отсюда. Отсюда. Друзья, вот сейчас идем по лесу. Постоянно вот на тонких ветках попадаются метки краской. Кто знает, расскажите, это игра что ли какая-то? Я вот что-то не в теме. Вот здесь как просека, да, идет, ну или тропинка. И вон они, кругом эти меточки. Видите? Что это такое, я не знаю. Смотрите, ребята, вот, короче говоря, по картам сейчас сориентировались. Вы если там чуть-чуть подальше, где вот, видите, заросшим молодняком. Вот, по картам там она дорога. И вот мы прошли ее с этой стороны. И очень похоже очертания. Опа. Вот, видите? Она, в принципе, похожа и на ручей-то высохший. Но по карте, судя по карте, дорога. И с нее сигнал. И, судя по всему, это обломок конины, я так думаю. А если это обломок конины, то, скорее всего, наверное, все-таки это дорога. Ну, то есть вот здесь надо очень медленно все выхаживать. Что мы сейчас, в общем-то, и делать будем. Ямок не видно, странно. Очень странно. Еще пытается снег пролететь. Видите, туча пролетела такая снеговая. Вот. Он только что снимал. Думал, это конинка, а из ямки это еще одна часть. Это кусок креста был. Это я не с того ракурса смотрел. Вот еще одна частичка, но больше. Что? Так, там у Любы монета. Короче говоря, видимо, это все-таки дорога. Сигналов там больше нет. Сейчас пойдемте снимемте. А ты где? А, вот она. Имперка? А, о. Хотя, блин, тоже чернила. Да понятно. Сейчас я ее помою. Вторая часть конины, которую я говорил, вот чем оказалось. А-а-а. Господи, что это такое маленькое? Полушка. Чья? Или денежка. Блин, она в окислах. Вот тебе пески. Ну, это Александр Второй. Даже крестик. Видишь, там видно, это, двушку. Палка с завитушками. Подожди. Две палки с завитушками. Видно? Видно. Нифига не понял. Это Александр Второй, только непонятно, что это. Полкопейки это. Да? По-моему, это Николай. Нет, это Александр. Нет, это Николай Второй. Николай Второй? Да. Николай Второй. Какой-то 1900 какой-то. Николай, полкопеечки. Ну что, в общем, замечательно, мы на империю особо как бы не рассчитывали. А, одна вторая, да? Да, да. Да и так, лазим, значит, здесь. Здесь прикольно. Ну, короче, то появляется дорога, то пропадает, то растворяется в посадках. Ну, это как всегда. Пересекли то ли просека, то ли бывшая узкоколейка. Здесь должна где-то быть, ну, больше на просеку похоже. Вот. Ну и вон там сигнальчик по деревцам у нас. Ранненький советик сейчас. 34-й год, душечка. Это уже интересней. Фокус, фокус.
Вот она уходит. Мы идем вот так вдоль нее, вдоль старой дороги, где она появляется и пропадает. Вот выбрались. Вот она, железная дорога, разобранная, оставшаяся. А? Да нет, просто пораскидали, когда разбирали. Скорее всего, наколейка, извиняюсь за ветер. Нам дальше. Так, мы ее опять нашли. Вот она идет завалена снегом. Идем, соответственно, по обочинкам. У меня 10 копеек в квадрате. Вот не вижу. 10 копеек в квадрате. Какого года? А фиг его знает. Земляного. Так, ну там мне непонятно, будет что-нибудь интересное с ним. Мы идем там до одного перекрестка интересного, потом идем обратно. Местами получается выйти и прозвонить дорогу. Вот она. И у нас серебро. Серебро, серебришко принесла нам мышка. Чё там? Она кисленая, что ли? 10 копеек. Знаете. А какого года? А кисленая. 10 копеек, а какого года? Ну не тери ты ее, потом отмоешь нормально это. 4-го. 904. А, да, такая чуть-чуть пришкваренная сбоку. Ну, вполне себе живая. Кто там в кустах? Охотник. Да? Вроде не видел никого. Да нет, она хорошая, только угол замятый. Латунным молоточком тюк. И хорошая еще. А из кустов нам кричат, что там еще монетка. И мы к ней идем. Но это уже не империя. Это уже квадрат. Убитый, кстати. Угу. Вот такой квадрат. Потому что я его в середине дороги достала. Там, скорее всего, лужа. Глина. Чача. Или чача. Вырулили вот оттуда. Смотрите, какие дубы. Колдуны. И яма. И все усеяно железом. Пробочки, да. И пробочки тоже. Все усеяно жестью, по ходу дела, мелкой, железом. То есть стопудово, вот дорога. Вот она, изгиб делала. А здесь, скорее всего, что-то было. Что это не просто яма. Ну, дубы такие прикольные. Что, пробки водочные? Мне интересно, пробки. Не, ну... Имперская пробка. Водочная. Ага. Имперская. Алюминиевая. Опа, нет. А СПИ я видел? Кирпич. А, ну я тебе говорю, да, 100%, что это фундук. Это фундучок. Такой вопрос, чего здесь было? Стоял и двор мог быть. Блин, еще кирпич. Шурф закладывал? Да я думаю, что здесь шурфили, скорее всего, кто-нибудь. Здесь место такое. Хотя, может, и нет, не знаю. Ну, вообще, да, не похоже. Что там у тебя за пробки? Смотри. Зачастую на дорогах были, да, постоялые дворы. О, тук-тук прилетел, что ли? Блин, тут кирпича. Ну что, во, видите? Камень. Ну да. Нет, деревья. Думал, тук-тук прилетел. Что, хорошо звенит?
Он продолжает. Ну, посмотри, ради интереса. Ну, это там, нет, это какая-нибудь жесть. Это железо. Это жесть, да, или железо, или жесть. Глубокая. Мне уже интересно. Ладно, если достанем. Шурфить мы, конечно, сейчас не будем. Мы здесь полазим еще чуть-чуть. Блин, там кирпичатка. Ну, я, кстати говоря, вот на этой дороге, пока мы шли по обочине, ни одной ямы не встретил. Неужели до суда не доходили? Быть такого не может. Доходили, по-моему, даже на Луне до кратеров. Блин. О, да. Остатки былой строения. Былое строение. Повернули в путь обратный. Путь далекий, в путь нелегкий. Копаем на камеру. Вроде не, неплохой. Бздынь, бздынь. Что-то мы как эти. С годами становимся как... В обратную сторону, конечно, деградируем. Гав-гав, бздынь, бздынь. Что там еще было-то? Меняется? А у тебя какой там на этом? На? Ну, вот так вот, 24-25. Ага. Небольшое что-то. Если это монета, конечно, а не какая-нибудь гирька очередная. Ну да. Ну, ты знаешь, у меня эта полушка, это одна вторая, тоже звенела. Она, видно, когда я ее выкопал, знаешь, как бы звенела. Ты бы сначала тыкнула. Я не думал, что она где-то глубоко. Скорее всего, не плашмя, а на каком-нибудь полуребре. А, что-то блякнуло. Ну, а тут вот. Я... Ну, короче, в том углу. Короче, опять под корни. Как все как обычно. Сымаем. Короче, опять под корни. Блин, нога что-то не ходит. Я так об бревно под сугробом саданулся. Да-да. По сугробу. Вот здесь, кстати, говорят, такие они. Ну, ну да, здесь подзавы. Нормальные такие. Ну, 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 ну. Тут ведь где-то. Вон что-то лежит. Ага. Она лежит. И что-то крупненькое. Крупненькое? Угу. Почему на линии? На траке 0.1.40, хотя может быть. Что-то как-то она очень... Я ее нашла, я ее увидела. Я тоже, видите, ребят? О, сейчас даст. Вот она. Вот она. Вижу, это за бляха. Кать, наверное. Судя по толще. Судя по гладкости, все-таки это не Кать. Толщине. По Катя. Толщине, Катя, ну Катя, а это... Убитая, да? Она просто стертая в усмерть. Гладкая-гладкая. И это не Катя Лиза. Какие-то... Непонятно. Да. Зачастую на камеру видно. А может и Катя Лиза. Да это по толщине и она должна быть. А, рельеф не тот. А не, Лиза. Да я же говорю. Лиза. Да, стертый. Почему-то все Лизы такие стертые. Медь такая была. Или потому что Лизавет довольно прилично. Да? Утертые вообще в усмерть. Всегда, когда вот такого плана монеты, они толстенькие. Они всегда жирные. Ну, если не сожранные совсем, я имею в виду. То есть они такие жирненькие. Почему я уверен в себе говорю, ну хрен с ним, для весу пойдет. Потом соберем. Сколько у нас там меди? Монет. Последний. 5 килограмм. 5, да? Последний мешочек. Это как Илья. Надо будет это, сдать их, что ли. Где сейчас такой участок заваленного будет леса. А потом... Ну, потом опять нормально. Миновали железную дорогу. Вот она продолжается. И убитый монитос, к сожалению. Но это был Александр, копеечка. Сейчас попробую снять. Да, не видно ничего. Она при жизни, конечно, убитая. Только для
для счету. С другой стороны, час от Москвы. Так, прокатиться воздухом, подышать. Почему бы и нет? В центре дороги, к сожалению, пройти нельзя. Но краешком снега поменьше. 15 копеек в квадрате. Что-то меня подбивает. Мысли, короче, за железкой. Там копано-перекопано, ям много. Здесь ни одной ямы я не видел. Может быть, да, особо не находили. Ходят все с той стороны, здесь далеко от дороги. Может быть, стоит вернуться, посмотрим. Ребята! Вот и подошел к концу дополнительный день 2020 года. 29 февраля. Вот это високосный. Я вам в начале говорил. В начале, кстати, опять же, розовые пометки на деревьях. Мы выяснили, что это такое. Это сухостой отмечали. Наспил. Ну, короче говоря. Или наспил, или навалежник. Не знаю. Ну, короче, это сухие деревья. И маленькие, и тоненькие, и даже веточки помечены. Чистить собираются. Результат. 9 монет, одно из них серебро в зачет, правда, с загнутым уголочком, но целое. Плюс море воздуха, впечатлений и полезностей от пеших прогулок по лесу. Прошли 6 километров, скажу точно, 6,2. Видосами не делимся. Не делимся видосами в соцсетях. А надо. Ладно, серьезно. Спасибо большое всем вам, что смотрите. Ну, в этот вечер. Всем пока!